Все, стрим включил, звук есть, трансляция началась. Кому тебе батон на кого-то на? Я морзема. Здравствуйте, господа. Не, да, как по-русски говорить? Здравствуйте, дамы и господа. Русский забыл уже. Вы присутствуете на матче. Нет, сначала на историческом событии в нашей сборной появилось 11 человек. Мы первый раз играем в фулл состав. На это понадобилось 2 года. А сколько максимум был до этого? 9. 9? Я хотел 5 сказать. 9 был. Помнишь, когда мы еще проебали Украине? Честно, мы часто так проигрывали, что я не помню, когда именно. А за Украину Посейдон играет или нет? Да. Он капитан. Да. Сейчас, Кису, да, подожди. За капитаном там? Ну, сейчас да. Я не знаю. Так что будет у тебя шанс не выиграть. Все, кидай. Гио, кидай. Угу. Ой. А как у них пишется Казахстан? Не ищет ли? Каза... С буквой Зей что-то, наверное. А, да. Наверное так. Просто Каза напиши, там будет. Да, у меня нет, я тебя дай, дам. Дай, давай. Может, ФВП, не? Я ВВП Каза написал сегодня. ВВП. Бля, сейчас пишу. Да я там стрим кинул, куда можно было вообще. Берем болельщиков, сынов. И с мамой твоим информатикацией вопрос ведет, что она про все страдает. Сейчас, одну минуту пишет. Дарвим сахуле. Блин, я там такие слова написал, хорошие звездочки написал. Russian King TP. Оля. Все равно 22:00. Ах, блять, наебщики, сука. Да уже там 22:00. Да. А за 02. Я ваш. Поминал. О, казахи тоже скинули. Чё, стрим? Да. Да, я. Он меня спросил, чё я на проблам не скинул. Бля, а я не могу свернуть как бы. Вот сейчас я в оконном, если я открою ВК, у меня залагает нахуй все. Да я вот не играю всегда. Хуя, у них фул, блядь. Нет, 45, точно. Точно так. Канонир пишет, мы не специально наебываем. Знаем мы вас. Да найди. Первый матч не будет такой. Пищу, короче, пищеря, у них 2 минуты есть, если они хотят сыграть сейчас. Поехали. Все?
Я только тут разошёлся. Гоним. Чё он такой дебил? Та-т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 а-
Пожалуйста. Давайте тянуть время, мы не финал чемпионата мира. Да, они там готовят. Все, приняли, пишет. Оба, о, это свершилось. Изи. Изи мы посмотрим, конечно. Кто изи? Я на арене забиваю. Всех черный экран. Уже нормально. Борис Пайчат за стадион. Выкинула двоих. У меня нормально. Двоих. Борис Пайчат за стадион. Вводим, да? Да. Я выкинула. Блин, там выкинул. Все-таки не сыграю фулкой. Там не видел. Начка бе, ахлос, а? Начка бе, онлайн еще голю бегу. Ну сейчас еще блин, раз. Блин, из матча. Выходим, 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 алло. Гамоди, гамоди, лука, виндарчи. Гамоди, гамоди. Давай. Эхла, тварда и груза. Если сейчас не загрузишь, тогда позови его. Окей, ждем. Винга, двойка. ЦД, МИДА. ЦЗ. ЦБ. ЦБ. Шарк. Еду. Ух, нихуя. Больше два состава. У Польши? А у нас один человек на скамейке. Ну да. Причем? А у Польши там еще 16-летние будут или что-нибудь. Два игрока, еще Гио. Еще Мушуки, у нас сейчас где-то гуляет, три. Да там это, на Чкебе услышал на стриме свое имя. Пусть он готовится. Приятно стало сейчас. Пусть он готовится, да. Гахурби, что гахурби? Каирбина, я тебе рыдка. Я все равно выкинул, короче, не палатка. Блять, окей. Ну давай так сыграем, как мы можем, пофиг. Давай на Чхэппи позовем тогда. Давай так первый матч сыграем, не будем. Кому уйдет, кому? Кому уйдет, кей. Да не в смысле, без ЦЗ и без СОПа. Минус 3 у нас. Минус 3. Выходим? Да. Да он от Team Speak наш не может найти, блин. Ну давай подпускай потом. Вот сейчас пусть заходит и. На. Куда его? На в атаку тогда его, да? Да фига. Гио, ты занял правильную позицию, братан. Я тогда на. Ой-ой-ой. Че такое? Я запустил матч. Но не нашло же. Не нашло же? Нет. Арабычка, там еще. Белорусы готовы через 20 минут сыграть. Хорошо, ну мы сейчас с казахами сыграем. Пусть на Чкабе заходит, короче. Давай ты ЦАП установишь тогда. Да, я уже поменял.
А чё, мне он на Origin поменял или... У него там Origin друга какой-то Левис или что-то там написано. А-а-а, как Sources, Левидзе. Был, который в той фифе. Ну давай. И в этой тоже. Да, Далгей там это. LCD. Ну чё, они готовы, нет? Да не что? Говорю. Грахли готов? Ну и нет пока. Сейчас он заходит уже в игру. Какая у него прокачка, ты мне скажи? Точно знаю. Проверим. Левисас Кайса Гонни, да, Кайка Цехов, но Ангитон. Пусть я рада, я не рекла сфера. У него 100%, нет? Левисас Кайса. Нет, нет, там нормально у него. Кай. Сейчас я просто посмотрю, все равно мало ли. Блин, у меня там драйвер хреновый. Сейчас перезагружусь. Это, у него там форвард на 89. 80, нихуя себе, блядь. Хотя стоп, у меня... Сейчас я посмотрю, когда он куда. Да у тебя тоже так. Энс игры, да, игры. О. Да он хорошо будет играть там форвардом. Я сейчас напишу их. Теперь вы нас ждите. Мы же ждали их 25 минут. User disconnected from your channel. Вообще мы не специально. Но мы-то реально не специально, у нас стрим есть. Инка, ты вылетел во второй игре? Какой? Сейчас? Да. Нет. Блин, значит, ты сейчас в третьей тоже вылетишь. Почему? Ну, он два матча подряд вылетел. Ну чё, он долго? Или без него начнём? Куда шар? Да он играет уже. А я захожу, у меня драйвер там что-то барахлил. Давай. Что, в игре найти не может клуб? Я думаю, это не очень сложно. Уже играть охота, пиздец, блядь. Да, что ты как-то не просто всё. Мне тут пишут ТП. Ик, ну у них на самом деле пинг хреновый. Ну я понимаю, да. Это сразу заметил. С ними всегда задержка есть такая. Но это мы еще не играли с Мексикой и с этой хуйней. Но в Европе нет, слава богу. Там вообще веселых, наверное, будет, блядь. Да. Одни боты будут играть, блядь. Вы так и доигрывали, блядь, четвером отбивались. Ау, как сос, Мексика там. Да, пиздец. Мексика, когда играли, там такой пинг был. У меня просто по картинкам игра шла. Короче, Шарк, заходи и поехали. Это все. Да, иду. Голос. Нет его. Там он заходит, там. В игру он зайдет. Да не надо в TeamSpeak, скажи, чтобы в игру зашел. После игры. Лап не будет, да? Пап будет. И как? Иде хуга агдев тазри. Вилат сет фу агдев фоу. И мы говорим, ботс кемайс датовис. Блять, 32 человека играют в FIFA, вы еще ебанутые? Это же сборная Грузии. Шарк, Гио. Я зашел, я тут. Давай. Так, если что, я могу его инвайт ему сделать? Ты можешь, но он может просто зайти по друзьям. А это тоже я знаю. Ай, все. Я ему сказал, что он пусть по друзьям зайдет.
Гио, сада, вот гемогла. 89, бля, я не верю, нахуй, подожди. Ну, 233 матча. Бага саца, левиси саман, левиси саман за ана. Левиси сака. Все? Да, да, витуал, я когда-то не буду играть. Хо, он не может играть, короче. Он не может? У него чит поставлен, да. Пускай выходит. Напиши ему. Сколько у него прокачка, блядь, если у него ФРВ 89? 100. ВП 100. Я знал, что он читер, он во всех FIFA был читером, Левис. Его аккаунт нельзя было бы. Какой смысл вообще покупать игру, блядь, чтобы вот эту хуйню заниматься? Шарк, Мицери, Ругамовидес, просто. Мицери, Рука. Мачки, как сыграем сейчас? Ну, наверное, ты в атаку. Может, парфюмера на цоп тогда перестаем? Да забей уже, похуй. Матч, ты на фланг впереди, какой хочешь правый левый. Давай, давай, тоже давай, на фланг пойдет. Ну, выйди. Давай, пока он сделает. Давай запустим пока. Шар направо встань. Пусть нас приглашают, они пока. Давай, давай. Да, я пошел направо. Кидай ты. Им инвайт. Кто и такой у меня? Ну. Меня выкинул, подожди. Бля, ты... Так, чё за бред? Почему меня выкинул? Мне показывают то, что... Я бы only white хотел. Всех выкинул, а не? Только тебя. Я, короче, пишу, чтобы они кинули. Ему тоже? Давай пока схему меняй, пока не кидай. Встанем быстро. Какой мы играли, я забыл. 3-2-3-1. Угу. Why the other one? Поехали. Давай, давай, бить. Какой-то вы там боты и гамарто. Рома Уэрс. Марс хнею? Марс хнею. Ловись. Када вагоны. Да, ребят, там можно вообще-то разъять, как называется? Да я переставлю. Новую виртуалку взять. Новую? Нет. Нет, да? Не, нельзя. Аккаунт если... Ага. Если один раз зачетишь, тогда конец. Ну, там можно скинуть, но там как-то сложно. Понятно. Я так и не разобрался. А то бы у нас сейчас было не 12 человек, а 16. А, Растори, я была перук. Поехали. Тумар. А, Маджин, вот и Идгат, как типа. А, Хомаги, Масу, Найкус. Раукаус. А, ты большой, да, без друченька? Да. Высокий тащи. Ага, хорошо. Ну, я, короче, я хуй знает, кто у них играет. Поэтому я буду просто... Так, а если ставлю? Накручивать и пасы давать. О, он играет, что-то хочет. А, Кинг, да. Блять. Какая техника, как он обращается? Главное, хоть как. Здорово. Да. Мяч будет введен в игру. Нет, кто-то вышел, блять. Кто? Кого-то кинул. Инги Гавидам гони уче дал дал. Кому? Вынос. Надо выигрывать. Окей. Ну или постараться. И кадрору гекнема маржун гадами панера. Кай. Да, на вход мяча из аута им явно стоит еще поработать. Не убегайте от меня. Тяжело. Ай там, она я будет... Он привезет, я так и знал. Бля.
Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Да у них все такие высокие. Мяч перехвачен, защитник. Нихуя себе. Ну ладно, еще не вечер. Лука. Так сильно, бля. Сейчас я переставлю. Трай. Когда гакали, марш. Когда выйди. Окей. Бля. Сейчас могло. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать твою... Я нижнего беру. Хорош. Да они на прессингах вообще-то хреново играют. Прессуем и все. Да. Вот это хуёво. Давайте назад все высокие. Кинг, что они с бабуром персонально? Я в стенке, блядь. Вижу. Я тоже в стенке. 98-го никто не пробил. О! Ой, блядь, сильно, сори. Давай. Хорош. Хорош. Норм. На ближней играем. Можно разыграть. Или на дальней. Или на дальней навесить. Давай, вещь. Давай, Миди. Быстро. Хорош. Блин! Пиздец. Давай разыграем сейчас по-быстрому. Сейчас подойду. Блять, не купился, смотри. Такой момент и этим подай, техническим таким. Да я на пенальти шел. На пенальти шел вообще? Да. Давай на дальний. Это не ближе, даже не держит. Давай. Назад кто-нибудь. Ты что, ворот закручивал? Да не хотел. Поторопился. Хорош. Но у него зависает, видно, конечно. Буду я в это верить, по крайней мере. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать фланг. Фу! Илюха, спасибо. Кинг вылетел. User joined your channel. Ой, парфюмер. Хорош. Там не только стамину прокачать и все. Она все равно ужасно это еще. Забивать надо! Мяч вратаря. Можешь налево с ноги хуйнуть. Бля. Ладно. Держи. Прессуем. Ой, да ладно. Оф. Русный псы. Давай.
У них вроде бобур вылетел. Не, на меня. Блять. Блять, да. Блять, я помешал, блять. Нихуя не знаю. Один с России был сейчас еще. Красавчик. Да, красавчик. Я спасаю их жопы. За кого играешь, блять? Бля. Вот тут он хуй выиграет, конечно. Ара перерыху еще не видит. Вот у меня чуть-чуть уже сдох. Блять. Я говорю. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Их дай, да. Да я-то дам, он не дойдет. Да. Сама сайт у меня был. Матч дебют, а после спасла вызов двера. Давай. Батя. Ну обрежься давай, хорош мужик. Ёжу, давай, блядь. Давай. Давай, все. Эй, Гарри, паси. Сука, прям в него. Хотя. Пенальти, алло. Пенальти? Нет, вообще закончил. Надо его с мамой въебать. Да, да, да. Пас плохой был. Пиздец им везет. Забил? Момент хороший создали. У меня пасы, конечно, великолепные. Сука, не меня не лучший, брат. Это я не видел. Сейчас посмотрю. Не надо. Не, у тебя лучше. 5-6, у меня 2-8 что-то. Бля, хороший момент был. Надо вот так их подловить. У них здоровые защитники, они не успевают просто. Там разрез два паса. У них дно защитники, поэтому эти. Ну, пока нам. Да у них просто там двухметрные стоят. Там, к тому же у них форвард вылетел. Да. У нас кинг. Так что равен. Еще у нас бот. Не походу разбираться пошли вышли оба. Ничего не было? Миди. Пика игры пас и чё? Блять. Может защиту реально поставить? Угу. Что-то они спят. Ох, нихуя. Конечно, Магари вот я именно. Да. Он тогда выкатил вам один на один туда. По флангу пинать. User joined your channel. Да, это стрелит. Ну это красная. Ты чё? Аман Бекиньо. Кайля. Давай на 11, не? Они здоровы, давай. Я думаю, они не успеют. Давай на 11. Почти. Ой-ой-ой. Вот это ценно. Дальний один. Хорош. Да, и потом. Да. Так. Там не издевается. Я спереди стану, короче. Если что, заброс какой-нибудь там. Классно будет в стенку давать куда-то. У них стандарты офигенные. Да. А, зря. Ой, хорош. Гол, гол. Пиша лети. Блядь, пиздец. Чё? Ика, я под тобой был вообще, Ика, один. Блядь, ну он тоже один был. Да там же вообще могли три паса делать, как минимум.
минимум. Пиздец. Пустой угол вправо не забил. Ладно, еще не все. Попасы дали, блин. Ну там, наверное, удобнее было, что тогда без рученька пить, что тебе сейчас. Ну хотя я должен был попадать все равно. Да. Давай направо выноси, мужик. Не хочешь? Хочешь? Блять. User joined your channel. Опа, гол! Ап! Эгара! Эгара! Это свершилось, блядь! Не прошло. Надо стул менять. Такая двухходовочка, блядь. Нихуя. Ну хорош, кстати, ты меня уже не первый раз так спидываешь, хорошо за себя. Как она? Молодец. Ай, давай, оба. Спида. Там чиспик на очке бе зашел. А здорово. Блядь. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестящая. Борьба за мяч. Ух. Давай, ваш. Я скачаю их просто. Опа, пошел, класс. Ай, блядь, боту отдал. Сука, ну ладно, блядь. Да у меня ЦАП стоит, я бы сам уебал, блядь. Вообще ближний давал. У нас давал. Много моментов только так-то, а? Да я фору без рученька давал, я хуй знает. Это же не бот. Оттуда. Опа. Блядь. Блин. Тут хуры. Ну, бля, я не знаю, что делать. Давай разберем, подходи. User disconnected from your channel. Давай. Я тогда навешу на ближнем. Я тебе прямой дам. Давай. Какой навес? Ай, навешу. И не на ближнем. Там ботинок был. Удивительно, как бот в офсайде. Странно. Надо бы уебать. Ой, извините. Я тоже форварду давал сейчас. Что-то но я видел, что ты в офсайде. Там я скидку вообще хотел сделать с первого раза, но не получилось. ТЗ. Ёбаный в рот. Тебе. Пролетел? Да. На форварда, наверное. Mm-hmm. Все время выигрывает, хули нет. Ну ладно, почти. Ой, пораньше бы был. Нет, абсолютно. Беги. Бля, давай. Я запрессингую. Давай до конца. Ты все наш. Дальний сейчас. Без ручника, встань сюда, на угол штрафной. Да, на угол. И пытайся за себя скинуть. Нет, левее. Вот где вратарскую. Вот где Ика стоит, вот туда приди, где 10 номер. Да, понял. И скинь мяч по старайся в центр. Он, блядь, здоровый третий, посмотри нахуй. Майнц подбор хотя бы. Хорош! Блядь, как не попасть нахуй, я охуеваю, блядь. Он стоит. Ты пяткой ударил? Похуй его чё, ну да, пяткой, похуй. Не забил, блядь. Взячный стоят, наверное. Да. Я их нахуй вырубил, заебало здесь, блядь. 15-й работал, здесь, блядь, хуй делаешь, чтоб пиздец, блядь, пяткой не взял. Да, там пятка бьёт. 15-й охуенно было, я и скорпионом забивал, что только не делал, блядь. А тут нихуя, блядь. Лажает, зато когда бежит, там пятка бьёт. Ну, кстати. Ты чего? Рабона здесь добавили, блядь.
Куда, блядь? Ау. Бля, ну моментов у нас было... Ай, нихуя себе! Да. Мы их должны были просто разорвать, блядь. Ай, не зря. Ай, безрочника. Уже сил нету, все, бля, куда? Марта, да, 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 надо позиционно раскатать, бля. Получить ему и куда? Давай 90. Это... Выстраиваем автобус. Минутный. И просто держим мяч. Держим, да. Ну-ка, ну-ка, моды. Вегас, Вера. А уходит куда? Там... Выноси его нахуй. По флангу. Вот это заебись. Подальше бы еще. Эй, Фаука, да? Отлично. Вау. Дал Марджу. Покажи, let's go, man. Блядь, там моментов, конечно, я ну, да там, блядь, там должен был счет 4-0 как минимум быть. Это минимум, блядь. Да и выход 2. Ну ладно, хоть выиграли, хоть что-то. Да. Так, как ты говорил, первый матч, да, блядь? Это наша первая официальная такая... А, ну... Сейчас будет еще игра? Да, сейчас в Белоруссии. Мне что, опускаться или что? Не-не-не, ты что? Ика. Оу. Орицу тамбовал, хо? Хо, кай. Казахстаном или с Белоруссией? С Белоруссией ты же хотел, не? Ага. Не, он там немного не попал, на самом деле, пяткой. Сука. Ну там, ты так ударил еще как-то из-за себя. Прикольно короче. Блять, там самому лучше было бить, нахуй. Да, да, да. Я думал, что ты... А, и там. И там, да. И тебе когда отдал. Да блин, я думал, что он по центру встанет, я не думал, что он будет стоять. Подожди, и смотреть, подожди, как я буду бить. Сейчас я снизу посмотрю, проебал игрока. Да, проебал. Я... Блядь. Кто за игрок? А... И на 21-й головой. Тоже бить. И там одного выход на 45-й. В атаке мы пиздец там сыграли, я думаю. О, Россия с Австрией играет, кстати, я потом пересмотрю. Интересно, как Австрия играет. Да, надо посмотреть. Беларусь сильный, как вообще? Ну, неплохие, у них есть. Йо говорит, да, они сильные, блядь. Я так и не знаю. Сейчас не такие сильные, но... Посильнее, чем казаки, да? Да. Это точно. Значит, надо реализовывать то, что будет. Прям бить и все, не думать. Согласен. Так, Гио, не думай. Сейчас я создание поставлю. Холодной головой подходить. У нас тоже неплохо все, быстро. Блин, видно, много не забили. Создали хорошо. Да пипец моментов было. Да. Не, ну 4-0 по ним плакал, блядь. Нет, столько моментов. Нет, Цой написал, что они приглашают нас. В плане. Я не понял. Еще один? А белорусы еще молчат, нет? Ничего не ответил. Не, ну с белорусами сначала мы договорились. Я этому написал, как бы. Канониру, то что мы одну сегодня сыграем. С того, что с белорусами игра. Если белорусов нету, можно с Казахстаном вторую. Вообще не понимаю. Сейчас посмотрим. Белорус прочитал, что я 2 минуты и готова, а потом ничего не ответил. Сейчас есть минуты 2 не ответит, с Казахстаном сыграем, нахуй. Сейчас я скажу. Там приглас не висит от Казахстана? Висит.
Все, белорусы готовы, они сейчас пригласят. Сегодня прям день побед. Там выиграли в Warframe, блядь, тут выиграли. Нормас. Ну у нас там народу было пиздец, 4 человека играли, или 5, блядь. Я тут медикация имею в виду, я хочу ему сули онлайн, и да, кацира тут арку отшу вообще. Ара, ара, онлайн. Онлайн, я чё не всегда тут медикация, я тут медикация, я ему сули, чё не глупши. Вергет, я от вас. Нету пригласа, да? Нету пригласа, нет. Может мы кинем? На нашем стадионе? Домашние стены грузинские, да. Нас ругать будут. Да там Карпин еще один, у него тоже выкидывает, да? Я ему звоню на два телефона. User in your channel timed out. Кого timed out? Кого timed out? User entered your channel. Все, они кинули, поехали. Ой, я увидел. Беларусь. Погнали! Везучик, тебя Дима, да, зовут? Витя? Да. Ты сорян, просто мы что-то привыкли без ручника. Да я понял, без проблем. Просто кто-то привыкли, не любит, потом по Митяю. Нет, сейчас я уже Митяй запомню. Особо по никам смотрю и так запоминаю. Свой ник. Главное, понятно. Просто долго выговаривать без ручника. Пою еще тяжелее, ну ладно. Погнали. Был безручадзе там или? Безручадзе. Ловушку делают, бля. Да, тоже заметил. Сейчас аккуратнее, мы не знаем, с кем мы играем. Там гену бы закрыть. Присмотримся сейчас. Ну, они через гену будут точно играть. Он играет в центре на цапе. Рабини непонятно опорник, что ли, да? Плотненько так. Ты нахер будешь по никам не узнаю, ребят, я сейчас. Спокойно, блядь. Куда? Вот далее, так, блядь. Правильно, да. Хорош. Бля. А вот этот что-то знакомый, Джонни. Джонни Мнемоник тоже знакомый, я только сказал. Да. Где-то что-то, да, есть. Так не вспомню. Капитан какого-то клуба был, по-моему, я его не помню. Джонни Грей. Опа. Вот что за фигня давно? Разворот там пас такой. На лес, да. Теперь в атаке соперник. И Каукан да Угруна. Блядь. А Укан вот и я, да. Ара Гио Кау да Укан. А, бля. Ара, мы боти вархом. Ара, армина, я просто. Ух, опа. Протель, по-моему, не ждал вообще. Нет. Ага. Он был очень. Лево он стоял очень, потому я бил. Проверить бы его, блядь. Сейчас поборемся. Блядь. О. Да. Рад бы не додать. Да нах, нах. На смысл. Да, но. Проси. Опа. Блять, все время цопом, сука. И вот потери в центре поля. Ты гадовал, гадовал. Я буду. Давай, 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 давай. Ходи. User disconnected from your channel.
второй темп. О, нихуя себе. А куда он? В пятерых простреливал? Хаза. Надеялся, что мы забьем себе. Странно, немного странно. Подача будет прямая. Речь на дальнюю. Возьми, возьми его, я мелко слишком. Ну понятно. Лука. Чё? Так, не беги, да не беги, не беги. Блядь. Да он поднял уже. Спас. А, блядь. Я вообще уходил от мяча. Ну, судья тупой. Опа, хорош. Давай, и камеди. Блять, это пас был, парни! Да, я понял. Сука, кто у них на воротах, блять? Так и не проверили. А может, вратаря просто не потянуло на пас, бывает, хуй знает. Уканги, уканмец. Опа. Прочитал. Соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Душ Сантуш Авейру. User disconnected from your channel. Бля, надо их рвать на самом деле, блядь. Но они жестко выстроили защитку. Сложно даже. Ты угоры. Ну, хуя не. Это может быть опасная атака. Я проспал там, когда Митя забегал. Да-да-да, забегал. Забегу. Ну, тоже хорош гол. Хороший, хороший. Вот я говорю, спит он, блядь. Дрочит там, блядь. Белорусские колбаски, блядь. И вот и на клавиатуре да, это да, было. Да, он знает, что делает, да. Он уходит очень в угол, потому. Давайте дали больше бьем. Он спит, но. И потом он вообще там ничего не делает. Прям шмякайте ему, блядь. Есть возможность бить, блядь. Без ударов нет голов. Бейтить бы. Оп, хорош. У меня пас и то сильнее пошел. Фига. Блять. Не на того. Лука Шенгаль. Бить Семюху. Ах. А главное сейчас не бросаться вперед. Угу. Вау. Вау. Классно. Вау. Вау. Пиздец, повезло, конечно. Бергамо Витали. Хорош, почему он так не везет? Игрок должен там выносить мяч. Да. Ну, он вынес ворота. Занес. Даже, конечно. Айбик бежал. Давай, давай. Зови, зови. Топи, топи, топи. О, Роберто Карлос. О, бля, у них легенда играет. Легенды все у нас, бля. Давай. Давай, гол. А я зря. Зря. Ничего, ничего, нормально. Да бей ему. Бля. Не туху не сделал. Ты можешь Митя бить форвард. Сколько хочешь. А сейчас уже сейчас чуть-чуть позов. А, уже хуя, я забыл уже. Один, блядь, сука. Идем. Ну, начал в втором тайме. Но он бросился, конечно, так нехило, блядь. Да, ну там как бы у тебя выбор особо. Можно было в ближнюю прям обходить, блядь. Либо пасик, да, либо обойти. Так прошить вряд ли вышли. Да, давай. Ну и чё тут у нас? Выноси. Сыграю. О, хорош. Ну, хорош. Да еб твою. Суки. Ах, я считаю, еб. Ну, нормально. Так
такая. Да не, додаем сейчас. Плотная игра на самом деле. Они плотненько играют, но можно их расшатать. RGB, да, не кайсефен. Ну, жалуй, первого там еще могут. И все раз пробовали, они соплю заебнают, синят. Они, кстати, блин, нет, не было. Они были вроде. Все гибер, гибер, дэнч купили. О, магрон. Очков они нормально. И все, если ты чверу ковсе хамек, аре, и байдер раз магиро, ты гро колу дашь, или мы чвен гро колу дашь, шорс. Еще или бы. Оставь, не кидай. Да, хо. Ну ладно. Я уж скинул. Йо, сейчас за минду допас. Смотри, какая зона у них, а, такая смачная. Один забросик. Ой, будет. Знаю. О. Забрось. Бля. Почему? Дам Ику, кстати, этот парень бросает. Правильно делай. Он походу не знает, кто такой Ика. Ой-ой-ой. Твою мать. Чё, не ехало? Ты. На Митяева носи, короче. Ой, не прыгнул. Ну. Нихуя себе. Давай, давай, Йотхиха. Бля, прям в него обработал. А, там готов, что ли, игре. Хорош. Здорово, этот кабан, блядь, 91 номер, блядь. Угу. Зона. Хорош. Блядь. Кушают пока. Ну, стараются, по крайней мере. Сейчас, если 75-й так будет, подустаем. А, мидди. А у него походу дальнего нет. Да, ну чё, он кинуть не можешь просто так вот так? Есть. Ибрагим. Для девочек. Попробуй, стоило для него походу. Там особо выбора не было. Ну, походу я тоже там пришел. Кормил. Ай. Ну так что, ну дай ему еще этот индейки. Ибрагимович. О. Сразу дам. Блять, как тёлка нахуй. Блин, врезался. Хорош. Нормально. Нормально. Да. Я могу ударить. Только нормально только ударить. Давай, бей. Отсюда хорошо. Давай на дальнюю штангу бей. На левую дальнюю. На. Лучше бы я перекинул обычным. Да он же ближе не держит, нахуй я в дальнюю бил. Сука. Тут может что-то получиться. По следу Родрик. Оу. Борьба за мяч. Хорош. Защитник. Ай, бля, не нашли. Обидно. Давай. Пусть не будет.
Эх! Не хватает опорника одного. Атаки разбивать сложно. Он все время сидит сзади. Нихуя себе. Иди. Нет, не дам. Я навешал, честно, уже. Потому что единственный кабан, который у них на меня вытянул. Или я перепутал его. Очередная потеря. Сандра. Блядь. Что он дал там же? По-хорошему толчок, но, бля, у меня игрок мелкий очень. Что за это? Защитника на него вывел. Блядь. Ой, блядь! Вот это да, блядь! Ну это бот! Че с него взять? Причем оба. Блядь, надо давить прям нахуй. Ах, неплохо. Миди. Погнали. Давай здесь задаем. Присуем. Надо что-то умыть, а мама его ходит. По флангу, смотри, побежит. Да, по флангу он закидывает. Больше у него, в принципе, варианта и нету. Вот побежал. Ника. Хорош! Хорош, Митя. Хорош. Да у них вратарь, правда, лошара. Да нет, нет, тут удар. Ну тут бы никто не взял. Ну тут да. Касание с левой. Тут ног. Ну. Все правильно же, да. Счет в очередной раз равный. Удастся ли кому-то забить еще? Плохая передача. Еще бы ее не перехватить. Хороший, блядь. Правда, стаминки уже нет, но сам корпус подержал. Сука. Давай, давай, додавим, додавим. Давай. Последние силы нахуй выжимаем из этого. Из этого бота, блядь, компьютера выжимаем все, блядь. Ну падай, пожалуйста. Бля. Ну беги, ботяра ебаная, блядь. Стоит на похуй вообще. Селенки, селенки. Блин, дай его нам, а. Стамин. Хорош, вот. О, вот. Хорош. Дальний по фану. А, дальний, дальний, наверное. Дай, похуй, дальний кидай. Хорош. Играть еще 2 минуты, ну и просто добавить арбитр. Питер перехватил, бля. Ибрагим. Бот отбирай. Выноси. Хорош. Отлично. Дальний опять пойдет, на девятку пойдет. Там по размеру лучше пусть. Точно на девятку. Хорош. А, бля, уже сил нет ни у кого, нахуй. Бля, как вот эта сука западло все время, блядь. Там я перехватывал второй. Хорош. Дай, 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 сука, тупая, блядь. Да, блядь. Ну, блядь, ну чё, 1-0, 2-2 нормально сыграли. Ну. Главное, сравняем. И характер показали хоть какой. Ну да, грызнулись хотя бы. Кавказский. Ну пока нормально, ни одного поражения. Ага. Я бы с ними еще один матч сыграл на самом деле. Только нам нужен ЦЗ. Да, ЦЗ и ЦОП. Хоть один. Ау, как... Блин, чуть-чуть там не хватало у меня. Вот если все было бы хорошо, пасы хоть сделали бы. Фух. Что у нас по плану? По плану? По плану я игрока меняю, повыше делаю.
По плану сейчас там опорник еще попробует зайти. Че, еще и мы играем сейчас? Я бы еще поиграл, не? Я тоже с кем-то есть у нас игры. Белайся, если... Из Беларуси они не хотят? Не, вроде же все, но то спасибо и все. Сейчас посмотрю, кто еще есть. И Казах, я потом говорю, там еще на будет там еще. Сейчас. Какие еще выгоды? Няра, Казах, Абехарари. Так, что у нас, кто у нас остался? У нас Украина. Либо Россия. Либо Россия, да. А, там еще этот. User joined your channel. Там у России два состава вообще играли. Да. Как сыграли? Выиграли один, второй в ничью. Это Казахстан, да? Ну, Казахстан, да, выиграли. Нормально. Так, ну, наверное, Украине напишу. Ну, спроси, если не будут, то останусь, если нет. Сейчас я Васе напишу. Сидон. Вот через 2 минуты Россия, Австрия. Через 2? Да. А, да, Россия, значит, занята у них с этими. Йо, чё я роду из Гуэцкого, там ещё? Вот ещё вот. И кита вот, а на Иртку и Рашей? А чё, кто ещё есть? Чё, больше сборных нету? Может, Венгрия? Латвия, Иртка, Санкт-Петербург. Чё так? И немцы только ночью будут готовы. Мы скарифанили с ними. Мысли. Чемпионат мира забыл, они отскочили как. Они отскочили. Да там это 55-ка на 45-й минуте сломал нам наш автобус. Колесо. Он неплохо заходил, между прочим. Помнишь, у тебя еще выход 1-1 был? Да, да, да. Пустил мячик, вот забил бы. Сейчас как написать в Венгрии? Сейчас хотите играть? Да, да, сейчас, now. Ну, now я и написал. И знак вопроса, да. А чё, Беларусь вот играет? Вы же нас не снять, тем спикер, как бы. А может, они с казахами играют? Не, казахи ушли. Обиделись. Степи ушли. Обиделись? Чё они обиделись? Что они так слабо проиграли нам?
Франция, Австрия играет, или... Да я думаю, все-таки просто кто-то просто клуб держит. Просто в клубе, да-да-да. Не, меня же выкидывает, я не понимаю, почему, блядь. Это как Россия в Угле Комарагин играет, а. Откуда у них, блядь, 11 человек, блядь? Выходим или как? Не-не. Не-не, у меня уже не получится. Первый раз такое, блядь, за все время. Несколько лет. Ладно, давайте. Давай. Когда там в следующий раз? В субботу. В субботу. В субботу, окей. Там уж серьезно будет. Украина. А что там, Польша? Украина. Вот Польша, кстати, надо написать реально. Я контакты найду у них. Давай. А, ну вот помнишь, где эти сайты кинул заявку кидывал от нас? А, ну да, достаточно. Бля, а куда вау, он вау. У меня отдает нахуй, я не понимаю. Бля. Ну, у них там KFC называется, я же KFC захочу. Что да ты вау. Нахуй дед, блядь? Сейчас я после поменяю. Disconnect from the channel. Ика, не выходи, пожалуйста. Я автоматом поиграю, мальчик, два попробую. Пизду, блядь. Ладно, тут хоть фол был. Най. Куда пинать? На безрученька, на Митя. Ему. А вот это уже здорово. Не считай. Да, ладно. Да, блядь, хорош Гио. Бомбардир. Офсайд, блядь. Да. Да, моя вина была. Конечно, твоя, да. О, подожди, какая-то сборная написала на Facebook. Давай, давай. Не знаю. Только у нас Кинга нет, по-моему. Я в ту позицию ищу. Да, Кинга. Выкнись. А, не, они 20... 24-я это суббота? Сейчас посчитаю. Больше 24-го товарку хочет. 24-й это вторник следующий. Сегодня 18-е, да, где-то так. Напиши. Вот как раз Польша написала, контакты есть на Фейсбуке. Контакт? Не, на Фейсбуке он это... написал. Это, подожди, если сказал. В следующую среду стартует, то... Ну, в принципе, можно во вторник собраться по-хорошему. Чтобы перед официальным матчем... Ну, ну, скорее всего, да, получится, потому что я надеюсь, в РПК у вас не будет с Лапантерой, как в этом шоу. Кошмар поставить. А, не, мы играли с Лапантерой уже. А чё да. Там? Мы вчера с ними играли. Ну, для Пантеры что-то вообще сдулось, бля. Да тут я хуй пойми, что происходит, бля. Они что-то вообще внизу, я слышал. Все друг друга ебут, блядь. На последнем месте. О, гамачка. Там просто два матча проебал, здорово нахуй, на 10-м месте. Кстати, да, вот, блин, я боюсь очень. Вот там цена поражения очень дорого стоит. Там со второго можно сразу улететь. Там, блядь, уже шоколята готовые, нахуй. Причем похуй, кому проебешь. Вот-вот, да. Ух ты. Не, ну вроде сейчас чуть-чуть, но тройка чуть-чуть отходит. Не-не-не. Это мамики начинают почему-то догонять. Почему-то? С фифачами, слышишь, играли, Ика? Да, и. Фифачей обыграли, блядь. Мы фифачам проиграли, а Ику 3-0 обыграли, как? А мы фифачей выиграли. Мы у них 2-1 выиграли, блядь. Нормально, у них... Сейчас, кстати, подъем конкретный. Такой подъем они проиграли сейчас кому-то. А, Жук и Бонита и 3-1. Ну, Бонита, ты видел, блядь, пиздец там. Ну, даже их кое-как 2-1. Ну, так я про это и говорю, они там нормально. А. Да, название, конечно, Жук и Бонита, кто придумал, короче, красава, блядь. Ну, бля, если бы никто не ушел из топовых это... их игроков, то они бы сейчас на первом месте, может, даже были бы. Кто? Бонита, у них там пиздец. А Гио, ты чё Ики не поснул, по-моему?
стоял. Да? Да-да-да, Гео, чё ты меня не поснул? Ты сам даже заговорился, я не увидел. Вообще похуй. Ты чё ты сейчас Вики не поснул, Рамиль, а? Я игрок 80, не. Я 89, и чё? Неплохо. Танцы, танцы. Хорош, ай. Блин, у нас сейчас такой календарь не очень. У нас сейчас 4 матча идет. Вот с Бонитой. Потом у нас которые из нижней на части подъеме, да? Да, а потом из нижней части таблицы у нас ребята идут подряд. Это фигово. Да. Так блин, тот первый круг вообще капец. Мы из нижней таблицы почти везде потеряли очки. Из верхней мы а ни с кем наоборот, не потеряли. Блядь. С верхней со всеми, блядь, с нижней набрали наоборот. С Экселентом ничью, с СНГ в ничью, с Фифачем вообще проиграли. Ну вот с Юнионом мы ничью только сыграли, где могли проиграть там на 90. А, у нас с Юнионом игра, кстати, завтра. Могу стрим включить. Ты чё, офсайд? Если... Сука! Да. Лука дигай. Да, окна жили бы. Да, да, лихо, бичу. А, да, ну сука, будь зависать. Я просто оттягиваю. Пани. Какой-то кривой финт в этой игре. Парень играет в фифу. Да я думал, уберу и как раз на дугу дам, блядь. Давай, Петь, иди чуть-чуть на угол. Так не разрешаешь делать, я так тоже умею. Мы видим, что шарп миди от марджина в хат. Подборчик. Давай пушку страшную. Да базар, блядь. Такие удары вот с этой позиции. Теперь я буду всегда бить отсюда. Блядь. Хорошо, что Рома не слышит. Да ладно, у нас вратарь не держит позицию, но он сам занимает ее. Автопозиции? Он не знает кнопку автопозиции, забей, блядь. Икс вообще как играет, не понимаю. Парень просто фигарит наугад, ну, или по стороне чая, как он так может все равно играть. У нас вратарь второй такой же, блядь. Он так странно передвигается и причем все тащит. И когда есть мекара, вы есть мекара, я бы. Георгий Смитс. О, 0 из 3 пасы, заебись, блядь. У Шарка 0. Тоже неплохо. Зато гол есть. Связка работает, Кинг на Ику, блядь. Я ебал, нахуй. Завтра предлагается играть в Венгрию. Не, завтра никак. Завтра РПК у нас, извините. В субботу? Салаем, сори. В субботу можно дохуя рейтинговых ебануть. Там с Казахстаном одну нам надо сыграть, с Украиной. Может, все 10 с Казахстана будем играть. Давай с Украиной, с Казахстаном и команд, ну, и русскоговорящих, типа. Давай. Йо. Ахуй. Венгры, кстати. Русскоговорящие. Не, ну болгары точно. Венгры я не знаю. Не пущу. Я его страничку запалил, капитан, и там все по-венгерски. Google Translate. Home offside. Бля, назад давай. О, Магари Сингая. Название песни. Охо. Ау. Битхарид, а? Расимхарид, о. Гад худ в этой симрай, онгон. Умалей? Бони фисат тут написано. Ро. 0:30, я в курсе. Камортули, как мы его не арбитс. Уже в 12? Ну все, лады, я понял. Тут просто подарили мяч на. Ай, у вас ужасный цен. Не берите его. Если он к вам придет, кикайте, убегайте. Кто? Йо.
Ну это не... это не считается. На дальний есть, что? Да, на дальний. Митя, скажи, что за песня была? Это из FIFA и стой, блядь. Помню, как она называется, блядь. Сука, клип, надо иногда клип включать. Такой, блядь, медведь ходит по городу, блядь. Медведь по городу. С балалайкой, с балалайкой. Ютубе так наберу, медведь по городу. Ну, он таксистом там, блядь. Медведь таксист, короче. Пожалуйста. Ну я нет. Что я сделал? Второй темп. Ну я тебе и давал, блядь. Ну не ему же давать через твой. Может ты пример белоруса взял, он простоял через пятерых дел. Ну. Оп-оп-оп. Ебануть. Видите, опорник на цепи как играет. Смотри, смотри. А ну. Какая я лука? Я лука тащит. Да. То, что Гио. Ясно. Вау. В субботу, в субботу. В субботу мы, кстати, это. Блять, соберемся. Только... Подожди. В субботу Эль Классику же. Ёбаный в рот, реально. Как в субботу? Эль Классику. А, ну да. Класс я буду смотреть по-любому. Ну, и не дома. Гео будет читать. Голы. Так. Матч пятница? В 8 часов. Здесь в пятницу. Можно в пятницу можешь, собраться, но я бухой буду. Да. Ну не факт. Шампанское пить будешь? Конечно. Детское. Мы вино пьем. Детское шампанское. А, от формалина пьешь, что ли? Ну, так. У тебя есть Марджином цели в ИСР? Магли его где-то. А? О, ачивку открыл. Чего он там домашний, на Магли догадался, да? Хомара в ИСР. Эмия. Диос Рагда. Ух. Эс Рашинки. Нихуя! И мимо меня пролетело, блядь. Чё? А было прикольно. Чё? Рогу. Ты мне запорол охуенный мувик. Мувик. Мы карим мокалич. Там мы массажерим очень головки. Блядь. Ика инвалид, а? Ты я там сделал нахуй конфетку. А если мы это еще на трухом ратворы олчат, я? Нара, воищат, бывает. Ах, ты марабурт яю. Стрим за я турам нахуй. Покажи мастер-класс. Ио, ща ему лагу, это ща угодно. Ооо, ну это что, как он долго это делал? У меня же стоят изящные пасы, я пятки ему скидывал назад, чтобы он быстро сделал. Изящные. Нет, нет. Я не изящный игрок. Не надо, мы так Intel раскрыли. С помощью моей пятки мы их выиграли 3-0. Что это было сейчас? Не звонил, блядь. Я ж сказал, эти пятки здесь не просто. Знаете, что он сделал? Оп! Меча пробил, блядь. Это финт. Да, финт. Шма финт. Я так сто раз делал. Это Гатага послан. Супер Рабон сделал. Это видео запиши, пожалуйста. Обманный Рабон, блядь. Стрим, я все записываю. Да, что-то выдал какое-то... Феноменальный удар. Причем три раза, блядь, я нажал удар. Поэтому сказал, говорю, здесь на эта фигня очень плохо работает. Ух ты, хо. Угловой, блядь. Потащил нас защитить, да. Там Лукас тащил. Лука молодец. Лука, 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 чоу. Лука, Лука. Единственный, кто ВП-100 скинул. По Марту варик вообще, да? Какой удар! Отличный момент! Бросаемся. Оп! О, нихуя! Один дорожек.
Паш, вперед, все ЛТшки. Короче, давайте три фейла. Рамиль, я в пустые промазал. Ика вот это. Вообще нормально. Не, я гол забил. Какие ко мне вопросы? Да. Даже еще раз финтанул. Да. Это такой специальный, да, был? Ну, да. Это что, вратарь, знаешь, нажимал несколько раз стик, я резко на третий. На третий. Да он, наверное, охуел. Я бречно точно. Он думает, вот пижоны, блядь. Такого я еще не видел, реально. Не, самое ржачное, что я видел, это вот последний матч от прошлого тура, там, я не помню, кто, Russian Devil сыграл, еще кто-то. Когда так, на 85-й минуте три пенальти, видели? Да. Я ржал, пиздец, блядь. Так отскочили, и причем три пенальти все бил бот, блядь. И в три раза в штангу, блядь. Ооо. Да, потяну мне, блядь. И три. Но хуй ты. Я не знаю, что там. Вас так много было, я хотел ударить, ну ладно. Я просто кинул мяч. Извини. Спасибо. Все, уже своих пиздят, блять, набухались. И своих, чтоб чужие боялись. Что-то парни в 8-м дивизионе, блять, фулка играют. 3-0 проебывают. Далекое у них будущее. Походу клуб удалил. И все убирайте, пожалуйста, аббревиатуру прям. Далеко не пойдете, наверное. Я не знаю. Потому что это будущие финалисты там Лиги Чемпионов. Откуда мы знаем? Ну да. Все, парни, я все. Полметра. Можно уже заканчивать. Гай, спасибо вам, братцы. Бабай. А, подожди, а сбор когда тогда? Стоп. Вы что-то говорите, скорее всего, на пятницу, да? Ну, давайте, хорошо. Пора скрылся, а? В пятницу как? Час? Слышь, Белоруссия пишет, будет кто товар на проклад вовремя, блядь. Поздняк. Короче, я. Облака, и давай, чавай. Давай. User disconnected from your channel. Арга, табом. Пока, ребята. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel.